Добрый день, дорогие мои. Продолжаем катать Евротрек Симулятор 2. С вами Олежек Драйвер. Давай в дорогу. Пишем следующую серию. В новом профиле. Денег пока еще не заработали. Что у нас тут? Едем мы из Санкт-Петербурга. Едем в Выборг. Везем мачту. Ой, башню ветрогенератора. Так, 16,5 тонн на реношечке, да на магнуме. Так, оп. Габариточки включим. Ну давай, двинули. Нам направо сейчас надо. Так, нам еще сейчас на разворот надо. Полоса для разворота. Ух ты, вы меня пропускаете, что ли? Спасибо. Этот Рено Магнум тоже классный грузовичок, классный трак, не зазорно с него начинать. Все будет свое время. И ман будет евро 6. Все будет. Ух ты, сейчас дождик лупанет. Ближний включим. Начался. Включай дворники побыстрее. Поломался, что ли? Ха-ха-ха-ха. П -п
Я думаю, наверное, не стоит пока покупать свой трак. Подкопим денег и сделать в первую очередь так, как я хотел. Поставить связку Росмап, Южный регион, Румыния и север карты, то, что идет севернее Санкт-Петербурга. Эту часть покатать на компанейских траках. А потом уже, когда север будет прокатан, я думаю, можно будет уже покупать свой трак. Там может еще и кредит уже не надо будет брать, уже достаточно бабусиков подкопится, я так думаю. И обойдемся без кредитов, без процентов и без переплат. Как-то так. Можно купить грузовичок, но ох ты, надо было что-то как-то я внимания не обратил, надо было перестроиться в левый ряд, в средний, и трачок выпустить трака. Ладно, можно другой вариант попробовать, конечно, купить Мазаю, как я начинал на Скандинавии. Мазаи на нем начинать рассекать. Ну, я думаю, не буду так делать, сразу уже начну с дефолта. Все на одной и той же машине, ты какой прикол катать. Поглядим, поглядим, что нам мешает, что трака купить, что не покупать, пока на компанейских кататься, денег подкопить. Делай как хочешь, это твой профиль, пожалуйста, хоть весь в кредитах залезь. Весь в кредиты залазь без проблем. Так, а я что-то как-то справа пройдем.
я перестроился, и ман спокойно вышел. Опять ливень. Ну это ж Питер. Вот такая погода, брат, что поливает частенько. Дня зарядил дождичек-то. Ах. Так, ближний надо. Это направо, направо вижу. Направо. Когда на улице не Насти, хорошо находиться вот в каком-то комфортабельном, удобном местечке. Ну, типа вот теплая, сухая кабина трака. Очень хорошо помню, когда маленький был. Очень нравилось мне в грозу, когда сильный ветер. Очень нравилось находиться дома. К дедушке на колени заберешься. И ничего не страшно. Нифига вообще не страшно. Направо сейчас сюда. Похоже направо. Так, все, приехали. Давайте нам местечко наше. Че, куда встаем? Так, это надо. Ага, надо здесь развернуться и ехать туда. Ну вот, а передо мной, блин. Ну-ка, я так не заеду прямо, если. А, я не заеду. Чего не заеду-то, заеду? Че ты боишься-то? Давай, газ в пол и пошел. Я надеюсь, я проеду тут. Расстояние это, в принципе, норм. Так, поместимся, нет?
Так, что-то страшненько как-то. Чуть-чуть задел. Чуть-чуть задел. Ну вообще вот так вот заезжать, драть прицеп, это нехорошо. Да. А смогу я по зеркалам заехать? Конечно, нет такой информативности у этих зеркал. Так. Тихо. Конечно, не так, как у настоящей машины. Заехал, что ли? Ну почти. И даже с первого раза. Ну что я скажу? Зачет, ё-моё. Зачет. Письмецо опять какое-то в конверте. Требуется водитель с личным транспортом. Негабаритные перевозки. Да. Ну что же, немножко денег подзаработали. Немножко подзаработали. У нас только DAF, пока еще открыть других ничего нету. Вот как-то так маленько покатались, маленечко открыли. Не буду все-таки я спешить с новым треком. Это ни к чему. Тут еще что-нибудь где-нибудь проехать, открыть. Так. Это откроем. Вот эту границу открыть надо, вот эту часть, вот эту дорогу. Через Лугу до Пскова. Этот край я открыл до Финляндии. Открыл. Нос, как-то так. Продолжение следует. Не забываем, оцениваем, лайки, дизлайки, кому как, кому что, и конструктивные комментарии. Подписываемся, смотрим, следим за движением. Не прощаюсь, до новых волнующих.